Есть можно не только вкусно, но и весело. Особенно, когда перед тобой целые тысячи слоев разной еды. Вкусной и не очень. Добро пожаловать на мультидо-челлендж! И начнем мы с красного перца. Будет горячо! Держите меня, я умираю! Сгорю изнутри! Меня уже тошнит от всего этого перца! Я начну! Держите за меня кулачки! Ну и дрянь! Гадость! Бе! Кажется, пора вызывать пожарную машину. Иначе мы все тут сгорим. Я сильная? Я смогу! Горячо! Тушите меня, тушите! Вот тут точно пригодится вода. У меня как раз есть ведро. Тед, ты спас нас всех от возгорания. И меня в первую очередь. Спасибо. Ну что, теперь я. Я был рад с вами познакомиться. Целая башня из перцев. О нет, она развалилась. Придется есть так. Это даже выглядит остро. Вроде не так плохо. Есть можно. Ого, Тед. Ты настоящий мужчина. А мне кажется, что настоящий итог еще впереди. Ой-ой! Как светло! Вот так лучше. Я сейчас ослепну! Очки то, что нужно. Такой огонь и в хозяйстве пригодится. Правда же, девочки? Пришло время глаз. Раз, два, три. А у меня много глаз. Нет, много глаз. У меня очень много. Ничего себе. Это все мое. И только мое. Хочу начать. Этот глаз невероятно вкусный. Какая вкуснятина. Тед, твой пранк из нее душу выбил. Не стыдно? Да я же просто шучу. Что ж, пора их съесть. Веселье! Обожаю конкурсы! Было вкусно. И весело. Сьюзи, теперь ты. Немного магии. Ого, да ты волшебница! Пора открывать купальный сезон. Прикольно. Я поплыла. Вот это класс. Где Мэри? А вот и я. Ура! Идеальный заплыв. А теперь бургеры. Ну и что он маленький? Мне хватит. А у меня больше. Держите меня. Я в шоке. Кто-то сегодня растолстеет. Я кое-что придумал. Эй, Мэри, смотри! Что это летит? А теперь подложим малюсенькую машинку. Там ничего нет. Опять врешь. И правда, ничего. Ну все, я хочу есть. Что? Куда? А ну стоять! Стоять, говорю! Работает! Катается! Не страшно, у меня есть план. Бам! Попался! Теперь не убежишь. Какой ты вкусненький. Сьюзи, давай теперь ты. Поехали. Я знаю, как я буду есть. Ого, не видел, как бургер забивают в рот. Я тоже. Вкуснотища. Ого, Сьюзи, твой живот. О, нет. Держите нас! Спорт, спорт, спорт! Блин, ничего не получается. Ну, тогда хотя бы доем. Ты и так очень красивая. Вот именно. Сейчас я покажу вам, как нужно есть. Погнали!
Столько бургера? Это очень жирно. Так быстро? Смотри, не переешь. Это очень вкусно. Да ты же растолстеешь. Посмотри на свой живот. Он же как глобус. О нет, не смейтесь. Это ненадолго. Сейчас я все сделаю. Дай 5. Ух ты, шоколадные яйца. Наверное, вкусные. Когда их больше, они еще вкуснее. А когда их целая гора, они вообще идеальные. Ух ты. Мое, не трогать. Начнем. О, они еще и с начинкой. Ничего себе. Они просто невероятные. Я еще никогда так вкусно не ел. Класс. Ой, фу, сырое яйцо. Гадость. О, нет. Надеюсь, мне повезет. Нужно проверить. Прослушать яичко. Кажется, все в норме. Ну и что там? Вот что. Смотрите все. Тут есть игрушка. У меня игрушка, поняли? Круто. Какая она противная. Игрушка, игрушка. Что? Пусто. Как? Как жаль. Это несправедливо. Это ужасно. Ну ладно, съем хоть шоколад. Не расстраивайся. Повезет потом. Теперь моя очередь. Для моей горы мне пригодится вот эта бита. Нет! Получай! На, на! Вот тебе! Вот так! Кровожадная Мэри. Зато теперь я знаю, где что. Смотрите, игрушечки. И сколько шоколада! Объедение. Брокколи. Ну, все равно придется есть. Гадость. Я боюсь смотреть. О, нет! Опять я начинаю? Ну, хорошо. Ой, как мне плохо! Умираю! Вставай давай! Уже и пошутить нельзя. Теперь я. У меня есть идея. Стоп! Из бутылки и брокколи получается сок из брокколи. Вкусно. Хотите попробовать? Нет. Пей сама. Терпимо. Ой, нет. Полегчало. Ну и прекрасно. Смотри, Сьюзи пропала. Но где она? Куда ушла? Да вот же она. Ну, хитрюга. Извините, что отвлекаю, но спасите меня, пожалуйста. Ты сейчас получишь. Попляшешь у нас. Ой-ой. Лови, лови, кушай. Брокколи такое вкусное. И началась настоящая перестрелка. Встречайте, к нам возвращается Сьюзи. Смейтесь, смейтесь. Вкусное брокколи, да? Вот вам. Ну ладно, не злись. А теперь картошечка фри. Одна картошка. А у меня побольше. А я даже конца этой башни не вижу. Я начну и съем свою одну картошку. Вкусно. А я немного улучшу картошку и добавлю кетчупа. Вот так-то лучше. И вкуснее. Кетчуп? Ну-ка. Эй, Тед, смотри. Получай. Какие вы злые. Ужас. Маленькая бутылочка кетчупа. А у меня вот что. Готовы? Поехали. О, прикольно. Как в игровом автомате.
Вот так реально вкусно! О, нет! О, да! Я тебе отомщу! Нет, нет, пожалуйста! Не надо! Атакуют! Получай! Меня облила, теперь терпи! Ура, драка! А вот и кетчуп из бутылки. Получи! Сам получи! Настоящая кетчупная бойня! Сегодня Мэри, Тед и Сьюзи сумели нас насмешить и заставить переживать. А это достойно уважения! Вы смотрели «Мультидо-челлендж». До новых встреч и не забывайте подписываться!